Пожалуйста, так выглядит встреча нормального президента со своей армией. Улыбки, рукопожатия и объятия. А вот так это происходит в России. Его выход из машины, по информации российских оппозиционных СМИ, пришлось переснимать второй раз. И дело тут вовсе не в ракурсе. Просто на первый дубль попало такое, что показывать это посчитали просто недопустимо. По описанию очевидцев, увидев выходящего Путина из машины, молодой боец побежал к нему, раскинул руки, может, хотел обнять, может, придушить. И охрана начала стрелять, застрелила насмерть. Ситуация пришлось переснимать выход Путина из машины заново, чтобы инцидент не попал на камеры. Кроме охраны, свидетелями были порядка 10 бойцов молодых призванных. С них, естественно, взяли подписки, а не разглашение. А потом, как ни в чем не бывало, скомандовали дубль 2 и радостно встретили главнокомандующего. Причем парадокс заключается в том, что ситуация никого, похоже, не смутила. Ведь дальше все продолжилось по четко намеченному плану. Это у него все в рюкзаке. Полностью с собой комплект нательного белья, притороченный спальник, здесь коврик, маскалад. Ну, соответственно, и у него отдельный вот баул такой. Это Путину показывают, в каком виде на войну якобы отбывают мобилизованные. Правда, на видео из украинского плена такой экипировки ни у кого нет и близко. Но до кого это волнует? В стране, где телевизору верят больше, чем собственным детям и мужьям, никого не интересует, что происходит на самом деле. Спальники однозначно плюс. Туристические коврики или замена, ну поняли, да, все? Это все свое, мальчишки. Вам форму, все, что армия, вам броню, вот это все, что касаемо военного. Этого ничего нет, наших мужиков мы сами все укомплектовали. По медицине тоже. Это пацанам-танкистам. Такую шляпу выдали. Но вернемся к Путину. Походив по полигону, он, как и полагается, сильному лидеру, естественно, берет в руки оружие и всем видом показывает, не ровен час и сам готов встать на защиту Отечества, видимо, в качестве снайпера. Что же касается дальнейших визитов к мобилизованным, то это редкая и явно неудачная поездка, повлекшая смерть бойца от рук охранников Путина, видимо, поставила жирную точку в вопросе. Ведь скрыть инцидент не удалось, и гарантий, что подобное не повторится, никаких. Так что же теперь, всю армию расстрелять из-за собственной паранойи? То, что охрана Путина стреляет на поражение в любого, кто приближается без разрешения, это тоже вполне предсказуемо. Так что ничего фантастического я в этом не вижу. Но я думаю, что в ближайшее время Путин, встречаясь с военными, будет встречаться либо с проверенными военными, либо с переодетыми в военную форму сотрудниками охраны. Примечательно, что несколькими днями ранее Шойгу еще без покровителя тоже осматривал подготовку бойцов. Там, к счастью, обошлось без жертв. Но визит этот превратился в очередное фиаско. На стрельбах у всех бойцов отсутствовали не то что патроны, а даже магазины к оружию. Наложенный на монтаже звук выстрелов лишь дополнил картину. Путин, видимо, решил не повторять этих ошибок, но его пиар обернулся трагедией. Около 2 лет он избегал визита в воинские части и встречи с реальными военными. Но необходимость поддерживать свою популярность все же взяла верх. Его же задача продемонстрировать внимание. Вождь тебе должен поручить. Он сказал, я приказываю разобраться. Теперь, получается, трупы все-таки идут, но не разобрались. Значит, не разобрались, будьте наказаны. Все же очень просто. Поддержать боевой дух, сказать напутственную речь, в конце концов, просто поблагодарить за службу. Это не про него. Путин приехал в кольце охраны к собственному народу, лишь чтобы получить картинку. Чтобы в очередном сообщении из бункера можно было сказать «Я все видел, там все в порядке». А когда окажется, что не в порядке, опять найти виноватого и избежать народного осуждения. Но с каждой новой похоронкой в российские семьи
там все больше начинают понимать. Именно Путин отправил их родственников на смерть. И именно Путин развязал эту войну.